утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Популярная песня 60-х. Космические корабли уже бороздят просторы Вселенной. И всем кажется, что действительно вскоре человек оставит свои следы на пыльных тропинках далеких планет. Еще бы, ведь советские люди превращают космос из мечты и фантастики в реальность. Он входит в повседневную жизнь миллионов и становится чуть ли не главной идеей, которая объединяет все советское общество. Космонавты – это культовые фигуры для всей страны. Это просто космос, сказали бы сегодня о советской космической эпопее. Шесть стартов, 803 дня на орбите и более 40 часов работы в открытом космосе. Незабываемое зрелище. Черное небо и яркое солнце, как будто прожектор в темноте. И до сих пор Сергей Крикалев помнит запах космоса. Так пахнут скафандры или корабли, которые прилетают с Земли. Я помню в детстве, когда вот два камня, так камень об камень постучишь, вот этот запах, который возникает при ударе камня об камень, вот мне почему-то он больше всего напоминал этот запах. Чтобы почувствовать его, он в мае 91-го стартует на орбиту из Советского Союза, а возвращается уже в Россию. Сергей Крикалев останется в истории последним космонавтом СССР, страны, которая, как и скафандр, буквально пропахла космосом. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. 12 апреля, у меня день рождения. И вдруг открывает тот окно и громкоговоритель включает: «Внимание, внимание! Космос, Юрий Гагарин! Все, это левитал! Все это счастье!» Я помню радость. Все, кто были во дворе, все окна открыли, кричали, орали весь дом. Знаете, это как взорвалось все, прибежали люди. Целовались и радовались. А я больше всех. Это день моего рождения. Еще Юрий. Ай! Москва, Гагаринская. Счастливые дни апреля 61 года. 108 минут полета первого космонавта. В Советском Союзе атмосфера всеобщего праздника. И было ощущение, что мы вообще-то лучше всех. Юрий Алексеевич завершил вот этот самый взлет патриотизма. Тем, кто празднует полет Гагарина, тоже легко остаться в истории. Нужно взять краску, медицинский халат и написать на халате: «Космос наш». Или, к примеру, Гагарину «Ура!» Или «Мы первые». После этого надеть халат, застегнуть его на все пуговицы и с криками «Ура!» выбежать на улицы Москвы. Ура! Именно это 12 апреля 61 года делают студенты-медики. И сразу колоритные молодые люди в белых халатах с лозунгами попадают в объективы кино и фотокамер. Так студенты вместе с первым космонавтом Земли тоже становятся символами новой космической эры. Но человек полетел в космос не сразу. Первой на орбите в 57-м году оказалась собака Лайка. Она совершила 4 витка вокруг Земли и погибла от стресса и перегрева. Во всем мире горевали о ее судьбе. «Самая лохматая, самая одинокая, самая несчастная в мире собака», так писала газета «Нью-Йорк Таймс». Спустя 3 года в
космос запустили знаменитых «Белку» и «Стрелку». Эти смелые дворняги совершили 17 витков вокруг Земли и благополучно приземлились в казахской степи, вот в этом контейнере. Тогда, естественно, самыми популярными собачьими кличками в Советском Союзе стали «Белка» и «Стрелка». Эти четвероногие героини космоса благополучно дожили до самой глубокой старости. Космос на них не повлиял. В 60-х СССР бесспорный космический лидер, первый спутник, первый космонавт Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, первый в мире человек в открытом космосе Алексей Леонов. Это время не только строительства коммунизма, пятиэтажек и кукурузы, но и настоящих замечательных людей, которых знает вся страна – покорителей космоса. Это было очень популярно. Конечно же, вот первая десятка, даже, наверное, семерка космонавтов, мы же знали их всех наизусть. И мы, для нас это были просто боги. И тот пьянящий запах новеньких сандалий, и в кульке за рубль 10 карамель, и в шариковой ручке радостный Гагарин. Так ничто не может радовать теперь. Пилот космического корабля – это профессия, как будто сходит со страниц научной фантастики в повседневную жизнь. Вроде бы теперь это такая же профессия, как и моряк, физик или учитель, но все знают, что космонавты – люди особенные. Они воспринимались как сверхлюди. Как сверхлюди. Да я думаю, что они и были во многом такими. Мне трудно себе представить, чтобы вот меня посадили, значит, в шар металлический и запулили бы, так сказать, на орбиту. Их имена станут известны только после успешного полета. Лишь немногие знают, что в самый первый космический отряд отбирают всего 12 человек. Требования жесточайшие. Железное здоровье, летная подготовка, возраст до 35 лет, рост до 175 сантиметров и вес до 75 килограмм. Одно из самых неприятных испытаний – центрифуга. Вот здесь, за шторками, находится испытатель. Сейчас космонавты тренируются при перегрузках 8 единиц. Ну а для первых покорителей космоса норматив был гораздо жестче – 12 единиц. Трудно даже представить, что испытывал человек при таких перегрузках. Владимир, как самочувствие? Все хорошо. Появляются слухи, что самых первых подвергают каким-то нечеловеческим испытаниям. И они, кстати, недалеки от действительности. Вот это тренажер «Параллельные качели». Ну, на мой взгляд, пока гуманно это все выглядит. А это кресло Кука. Его прошли, пожалуй, все космонавты. Самый главный враг в космосе – это невесомость. С ней нужно как-то бороться же. Появляется выражение «здоровье, как у космонавта». Родители говорят детям: «Будешь плохо есть, в космонавты тебя не возьмут». Серьезный аргумент. Мы совершим полет на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорек. Игорек, ты у нас сегодня будешь командор. Есть! Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется. Впервые пищу в космосе принимает Гагарин, щавелевое пюре с мясом, шоколад и сок из черной смородины. Еду упаковывают в специальные тюбики по 160 грамм. С каждым новым полетом меню космонавтов расширяется. По выражению лиц этих дегустаторов можно судить об уже достигнутом качестве современного космического рациона. Об этих космических тюбиках с едой ходят настоящие легенды. Многие советские школьники мечтают попробовать настоящий космический борщ или кисель, или вот такой маленький космический хлеб. Это не то, что в школьной столовой.
откусил, и словно чувствуешь себя космонавтом. Вообще, для покорителей космоса разрабатывают специальное меню, не меньше 3000 килокалорий в день. Ну, а сегодня это меню составляет около 300 блюд. Здесь и борщи, и десерты, и мороженое. Ну, вот, например, творожный крем с фруктовым пюре. Или торт в тубе. Наверное, вкусно. Популярная пионерская поговорка «Будь готов, как Гагарин и Титов». Тысячи советских детей в ответ на этот вопрос «Кем ты хочешь стать?» теперь отвечают «Космонавтом». Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. В мечтах о далеких мирах будущие космонавты заполняют кинотеатры. Особенно, когда там идут детские фантастические боевики «Москва Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», в которых отважные советские пионеры спасают далекую планету от жестоких и коварных роботов. Сколько будет 9 и 7? Это элементарно. 63. А и Б сидели на трубе. А упала Б пропала. Что осталось на трубе? Ой, мамочка, выгорели. При дворцах пионеров работают кружки юных космонавтов. Но попасть туда непросто. Желающих слишком много. Мы клянемся приложить все свои силы и овладение современной наукой и техникой, чтобы внести свой вклад в дело раскрытия тайн гравитации и света. Большинству же остается пока только воображать себя летящим в звездном корабле. А Сергей Крикалев еще старшеклассником решил, что точно станет космонавтом. Я понимал, что вероятность стать космонавтом, ну, она там мизерная, но, тем не менее, связать свою жизнь с ракетной техникой, с космонавтикой, с авиацией, вот я понял, что мне это интересно. Крикалев становится инженером ракетной техники и занимается авиаспортом. Потом его принимают в отряд космонавтов. Но то, что именно ему предстоит стать последним советским космонавтом, Крикалеву тогда даже не может прийти в голову. СССР кажется бесконечным, как и сам космос. В 70-м году режиссер-постановщик Мстислав Запашный ставит в московском цирке номер «К звездам». Воздушный аттракцион, в котором несколько артистов на фоне звездного неба работают почти под самым куполом. Воздушный аттракцион «Звездам». Номер посвящен первой в мире стыковке на орбите. В январе 69-го ее выполняют советские пилотируемые корабли «Союз-4» и «Союз-5». Там идея была вот именно в том, чтобы значимое такое эпохальное событие в космонавтике обозначить в цирке. И они вот как будто парили просто над землей. Это было эпично, я помню, еще маленьким смотрел. Это вживую здесь, кстати, в Большом московском цирке. Включали зеркальные шары огромные. Вот, и вот эти звезды по всему цирку, и, конечно, был эффект просто потрясающий. Даже привычные праздники, и те теперь с космическим привкусом. Новый год в космическое время тоже космический. На открытках с елками, снегурочками и Дедами Морозами его изображают в виде прилетающего к людям юного космического пилота в скафандре и шлеме с надписью «СССР». И вот различного рода планеты тоже такие, значит, дружественные к нашим ракетам, улыбающиеся, там, Венеры, Сатурн, съехавшим от удивления, значит, кольцом от того, что вдруг космонавт рядом появился. И пусть будут тысячи улыбок и хотя бы одна веселая кинокомедия. Космической эпохи – космические гимны. В 60-м году Владимир Войнович и композитор Оскар Фельдсман пишут песню про пыльные тропинки на далеких планетах.
Еще Гагарин не полетел, а в ней уже утверждается, что скоро на них останутся следы космонавтов. Через 2 года, встречая космонавтов Николаева и Поповича, Никита Хрущев цитирует из этой песни несколько строк, и пыльные тропинки объявляют космическим гимном. Мы верим, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Заправлены планшеты, космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Правда, сами космонавты просят изменить в ней слова. Закурим перед стартом меняют на споемте перед стартом. Титов даже говорил, что за глупость, говорит, давайте я перестану, закурим, я перестану. Кто курит-то, говорит? Ни летчики, высотники, ни военные летчики, ни космонавты, все не курят. Давайте-ка, ребята, споем-ка перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе. Вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Считается, что такой вариант лучше соответствует облику советских пилотов космических кораблей. Здоровых, без вредных привычек и морально устойчивых. Космонавт – воплощение интеллектуальной культуры и душевной чистоты. Знакомством с космонавтами гордятся все. Однажды, когда Гагарин с товарищами смотрит представление в московском цирке, к ним со словами восхищения подходит известный дрессировщик Вальтер Запашный. Высказал им свое восхищение, и как раз Юрию Гагарину. Он сказал, говорит, да, ну прекратите, Вальтер Михайлович, что вы говорите такое? Он говорит, ну как, вы же герои. Он говорит, ну какие мы герои? Мы один раз слетали, а вы тут каждый день с хищниками. И вот у папы это вот прям такая история была, запомнившаяся ему, потому что для него это была огромная честь слова такие услышать вот от космонавта великого. Космонавты – самые популярные люди в стране. Они – непременные участники съездов, торжественных собраний, митингов за мир и телевизионных голубых огоньков. Наравне с ударниками труда и знаменитыми артистами. С Новым годом, друзья! На, их же стали приглашать. Их замучили и Гагарина, и Титова. Их замучили банкетами. И голубые огоньки. Значит, обязательно должен был присутствовать, значит, в сторих с космонавтами. Космонавт – престижная и высокооплачиваемая профессия. 3 августа 1960 года Совет министров СССР принимает секретный документ «Положение о космонавтах СССР». В нем устанавливаются и космические зарплаты от 3 до 4,5 тысяч рублей в месяц. А еще космонавту положена премия за полет в космос от 50 до 150 тысяч рублей. После денежной реформы 1961 года высокие зарплаты у космонавтов сохранятся. Юрию Гагарину за полет вручают еще и автомобиль «Волга ГАЗ-21». Это становится традицией. Отныне «Волги» после полета получают все советские космонавты как подарок от правительства. Август 1963 года. На орбите первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ее позывной – «Чайка». Когда ты там находишься, а тебя ракету уносят дальше от Земли, ты понимаешь, насколько ничтожно то, что нас разъединяет. И насколько велико то, что нас объединяет. Границ не видно.
Земля маленькая. Полет чайки. Сенсации на весь мир. В зарубежных газетах ее даже называют «Мисс Вселенная». А в Советском Союзе повальная мода на имя Валя для новорожденных девочек. Когда полетела Терешкова, значит, даже поляки придумали твист такой, с таким припевом. Валентина, Валентина. Валентина, Валентина, вся тройная зобчесна. Сыны часы, вся Катарина, а Валентина Христова. Эдита Пьеха с ансамблем «Дружба» ее исполнили. Это было очень тогда, некоторое время было модно. А вскоре еще одна сенсация. Первая в истории свадьба двух космонавтов – Валентины Терешковой и Андриана Николаева. Сегодня свадьба космонавтов. Разные космические орбиты были у Валентины Терешковой и Андриана Николаева. А вот земные сошлись. Тост за здоровье молодых произносит сам Никита Хрущев. За семью и родственников, присутствующих здесь и отсутствующих, Валю и Андриана. За ваше здоровье. О свадьбе «Чайки» и «Сокола», это позывной Николаева в его первом полете, говорят во всей стране. Говорили, да нет, это им приказали вот из ЦК, чтобы вот такой создать повод. Это не было слово «информационный повод», но вот что-то типа того, чтобы было лучше нашу пропаганду продвигать, вот это им партийное поручение, как коммунистов. Ходят даже слухи, что над ними таким образом ставят опыт ради науки, чтобы понять, могут ли у космонавтов быть дети. Цели мы идем высокой, наш народ не зря крылат. Обвенчался с чайкой сокол, будем ждать от них орлят. В 64-м году у звездной пары появляется дочь. И снова слухи. Вроде бы она совсем не такая, как другие дети, потому что на родителей космос повлиял. Вот я даже помню, бабушка моя отчитывала одну женщину, потому что так с нескрываемым интересом подошла, естественно, интересовалась. Вот девочка, вот, все, какая, надо же, вот такая, а не как... описывает совершенно другой ребенок. Брак «Чайки» и «Сокола» длится 18 лет. Но в 82-м году они все-таки разлетаются в разные стороны. Ну, так об этом, ну, все знали, хотя нигде об этом не сообщалось. Ну, тебе, конечно, говорили, что, ну, вот, не справились с задачей партии. Ну, кто чего говорил? Жизнь космонавтов окружена легендами и мифами. В октябре 68 года советские газеты публикуют портреты Георгия Берегового. Он совершает в космос полет на корабле «Союз-3». И сразу же появляются слухи. Берегового отправляют в космос не просто так, а потому что он нравится Леониду Ильичу Брежневу. А почему он нравится? Да потому что он, как две капли воды, похож на генерального секретаря. Ну и действительно, похож. Эти слухи оказываются такими живучими, что доходят даже до наших дней. Первые корабли еще только прорываются в космос, а в Москве уже задумываются над огромным монументом в честь его покорителей. Конкурс объявляют в 58-м году. Рассматривают более 1000 проектов. Но побеждает вот этот вариант. Взлетающая в космос ракета с огромным стартовым шлейфом. Сначала 107-метровый памятник хотят установить на самом высоком месте Москвы, на Ленинских горах. Но потом выбирают Останкино. По предложению отца советской космонавтики Сергея Королева, монумент облицовывают титановыми пластинами, чтобы он стоял века. Королёв лично выбивает для строительства дефицитный и дорогой металл. Открывают памятник в ноябре 64 года в присутствии всех космонавтов и высшего советского руководства. По поручению Центрального комитета КПСС и советского правительства, первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев открывает монумент. В
середине 60-х кажется, что ракеты с космонавтами, которые летят на Венеру или Марс, это тоже дело самого ближайшего будущего. Но пока волю своему воображению дают фантасты. В Советском Союзе настоящий бум научной фантастики и в литературе, и в кино. Главная ее тема – встреча с обитателями других миров. Это вообще один из самых волнующих вопросов будущего. Спускайтесь, я прикрою. 16 гуманоидов нашли на месте аварии. Небольшого роста, в среднем 1,20 м, зеленого цвета, бесполые. Знаете, такие мудрые, грустные глаза. А вы что, их видели, Рейзаха? Да, видел. Их никто не видел. Собирательный образ инопланетянина – это как раз-таки все наши стереотипные формы мышления в одном месте. Товарищи пришельцы, как там у вас? Все здоровы? Самочувствие нормальное, а? Мы хотим видеть его понятным. Значит, у него должны быть две ноги, две руки хотя бы. Или хотя бы руки, ноги. Какие-то конечности должны быть, раз. Второе, он должен быть, раз он умнее, значит, у него больше голова. Раз он, ну, очень умный, значит, он меньше физически занимается, поэтому у него конечности такие немножко атрофированы. Вот. И при этом он должен чем-то отличаться, поэтому пусть будут огромные глаза. Иди на Астру. Иди на Астру. Враждебная среда. Опасность для всей планеты. Космонавты тоже любят фантастику, но один из фильмов их обижает. Вам придется отправиться на Марс и войти в контакт с марсианами. В 65-м году на экраны выходит комедия Георгия Данелия «33». По ее сюжету у главного героя обнаруживают целых 33 зуба. Его признают потомком марсиан и отправляют обратно на Марс вступать с марсианами в контакт. Товарищ Травкин, говорите, земляне слушают вас. Космонавты считают, что все это пародия на них самих. Особенно сцена, в которой главного героя везут в кортеже. Ведь точно так же встречают и настоящих покорителей космоса. Юрий Гагарин и Алексей Леонов даже просят запретить фильм, но начальство их не поддерживает. Оно и само с удовольствием смеется над похождениями псевдомарсианина. Приготовились. Есть. 10, 9, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Но первый шаг на пути к далеким космическим мирам – это все-таки полет на Луну, ближайшую к Земле планету. Луна – это еще и важнейший фактор в соревновании социализма с капитализмом. В 60-х между Советским Союзом и США начинается настоящая гонка. Каждая из сверхдержав стремится первой отправить своих космонавтов на Луну. Советские люди уверены, мы и сейчас будем первыми. С тобою хорошо при лунном свете, мечтать о недалеком ясном дне, когда начнутся путешествия в ракете, и самым первым будет на Луне. В Кремле перед советской космонавтикой ставят секретную задачу. Во что бы то ни стало оказаться на Луне первыми. Посадка на Луну с возвращением было сказано. В 68-м году, в сентябре месяце. Я когда так не... Ну, смотрел постановление, но было акцентировано посадка на Луну с возвращением. Создается специальная лунная группа космонавтов. Мне однажды даже приснилось,
что я на орбите Луны, и мне надо вернуться на Землю. А Земля далеко, далеко. Я думаю, как же я туда попаду? Было сознание, что можно погибнуть, да? Там, скажем, перед первым полетом я завещание написал. Я себя морально готовил, что если придется умирать, чтобы это тоже достойно. Ради достижения Луны, ради покорения космоса, естественно, надо было рисковать. Космонавты были готовы рисковать. Один из кандидатов на первый полет на Луну – Алексей Леонов. Пока же он отрабатывает посадки на вертолете с выключенным двигателем. Потому что вертикальная скорость вертолета такая же, как вертикальная скорость лунного корабля. Но, конечно, это очень опасно. Для того, чтобы отработать систему управления, надо было не 9 посадок, как у меня, таких рискованных, а, наверное, 50-60. Но лунную гонку СССР проигрывает. Первыми в июле 69 года на Луне высаживаются американцы. А советскую лунную пилотируемую программу вскоре закрывают совсем. Ну, конечно, все говорили, ну что ж мы отстали, как же так, ну чего? Что ж не нашлось там Гагарина, который бы опередил этих двух америкашек, так говорили. Сейчас говорят америкос, так говорили америкашек. Этих двух америкашек, понимаете? В 70-е годы начинается новый этап освоения космоса. Это, пожалуй, самый первый советский робот-исследователь. Он напоминает симпатичную кастрюлю на колесиках. Это знаменитый луноход, первый в мире автоматически движущийся исследователь планет. Ресурс аппарата был рассчитан на 3 месяца, а он проработал на Луне больше 300 суток. Потом другие аппараты будут работать на Луне до 73 года и пройдут по ней почти 50 километров. В это же время советские космонавты методично обживают орбиту Земли. Полеты в космос по-прежнему героическая, но уже почти повседневная работа. Июль 75-го. В мире политическая оттепель. Разрядка международной напряженности. Она затрагивает и космос. 17 июля на орбите стыкуются советский и американский корабли «Союз» и «Аполлон». Вместе их экипажи проработают больше 46 часов. Встреча представителей двух систем в космосе оставляет следы и на Земле в виде почтовых марок, вот таких фирменных конвертов, сигарет «Союз-Аполлон». Стоили такие по советским меркам дорого, 1,5 рубля за пачку, а спекулянты продавали по 5 рублей. Но иногда казалось, купишь такие, понюхаешь, и, кажется, пахнут космосом. Ну и, конечно, значки, их выпустили большое количество. Их с удовольствием носил почти каждый советский школьник. После полета участников советской космической программы в Кремле принимает Леонид Брежнев. Такого живого и неофициального генсека, как на этой встрече с космонавтами, советские граждане не видели никогда. Как мне хочется много знать. You know how much I would like to know. Как вы там летали? How you were there all the way flying? Как вы там кувыркались? How you were just going ups and downs? Брежневу много рассказывают о полете. Но некоторые, иногда весьма любопытные детали этой экспедиции ему остаются неизвестны. Как, например, советское и американское меню на орбите. Однажды советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов решают подшутить над коллегами-американцами. И во время обеда на тюбик с борщом наклеивают этикетку «Русская водка». И с удовольствием начинают поглощать его содержимое. Предлагают и коллегам-астронавтам. Но те, конечно, в ужасе отказываются. 78 года иностранцы летают на орбиту и на советских кораблях в рамках программы «Интеркосмос». Это в основном представители стран социализма. Первым представителем Запада стал француз Жан-Лу Кретьен. На советском корабле он покорял космос 2 раза и вместе со своими русскими друзьями пел новый космический гимн. И снится нам не рокот космодрома, не это ледяная
получился хит всех времен и народов, который сейчас в детских садах во всех дети исполняют, как «В лесу родилась елочка», так же и «В траву в дом». Ну, все знают ее. Песню Владимира Мигули и Анатолия Поперечного «Трава у дома» впервые исполнила группа с космическим названием «Земляне». Ее популярность сразу же достигает поистине орбитальных высот. Сейчас это тоже такая традиционная песня, которая играет при выходе космонавтов из гостиницы, когда они садятся в автобус, чтобы ехать на старт. Вот это подарок от Роскосмоса группе «Земляне». Гордость и слава России. Это нам вручили за подписью Крикалева, группе «Земляне», Сергею Скачкову. Это подарок на 30-летие песни «Трава у дома». Советские космонавты снова бьют рекорды. На этот раз по продолжительности пребывания в космосе. С 1986 года станция «Мир» – их главный космический дом. Из космоса они ведут прямые репортажи, и зрители с интересом наблюдают, как работают космонавты, как отдыхают, что они едят, как они спят и где. Вот здесь, например, есть спальный отсек, но, как известно, космонавты могут приспособиться спать даже под потолком. Длительные полеты вообще бесценный опыт для дальнейших космических экспедиций. Интересно наблюдать за собой, интересно наблюдать вообще, как что меняется в организме. Ты видишь, через какое-то время, да, начинают уменьшаться мышцы на ногах, да, потому что ноги не используешь. Начинает облетать кожа с подошвы ног. И через какое-то время они остаются, вот, подошва, как у младенца, да. То есть кожа на ногах становится тоньше, чем вот на руках, наверное, да. И это тоже несколько необычные такие ощущения. Сначала это странно, а потом, значит, начинаешь понимать, что это так и должно быть. До самого конца СССР космос – гордость всей страны, как балет и хоккей. Заканчивается советская космическая эпопея очередной легендой, главным героем которой становится Сергей Крикалев. В мае 1991 года он отправляется на орбиту из СССР, а возвращается уже в Россию. А потом ему надо возвращаться, говорят, подожди, Сережа, тут у нас такое. И он вернулся уже в другую страну. Об этом можно снять кино. Долго ходили слухи, что из-за бурных политических событий Крикалева попросту забыли в космосе. Интерпретация насчет «забыли», конечно, она полностью неверная. Сколько бы я ни говорил, что это не так, все равно это рано или поздно появляется, что меня забыли в космосе. Действительно происходили там политические изменения на Земле, что вызывало, так сказать, определенное наше беспокойство. И вот многие истории связаны с тем, что вот из-за политики нас там забыли. На самом деле мы беспокоились о людях на Земле, может быть, даже больше, чем они беспокоились о нас. Вернувшись на Землю в марте 1992 года, уже в Россию, Сергей Крикалев становится не только героем Советского Союза, но и первым героем Российской Федерации. Однако, как и другие советские космонавты, он еще получает в подарок «Волгу». После него «Волги» как подарки космонавтам от правительства уже не вручают. Слом эпох означает и слом космических традиций. Завершается советская, почти 35-летняя космическая эпопея вместе с историей огромной страны. Но зато начинается новая, у которой задачи прежние. Яблони на Марсе и следы космонавтов на пыльных тропинках далеких планет.